Все. У кого нет саппортов, хилы? Есть такие? Мне, можно еще один саппортик кому взять? Сейчас дам дальше. Блять, сейчас его. А, значит, Егор. Блядь, кидай мне. А, подожди, Егор, у тебя нет ИМА. Где? Ладно, возьми огонь. Когда будем сбегаться, нажмешь ИМА. А, уже? Так, все заебись. Давайте, еще Эрчеле на пол, на понимание тактики, на готовность. Квин, что не так? Паладинич, значит, третий. Бей на дефласку, хотя на пизду бей будешь. Паладинич, нажми. Живее будешь. Третью ауру нажми, Паладинич. Так, огонь? На огонь, да, нажми. Я не вижу ее. Что, Паладинич, не стоит до тебя, блин. Да не, я на тебя смотрю просто. Есть, есть, все, допускай, давай, поехали. Ты запускай. Я стою за стенкой. Пусти. Сань, запускай. Все, рейндж 6 держим сейчас. 3, 2, 1, выпрыгнули. Рейнджи набрали рейндж. Рейндж 6 милики. Смотрите аккуратнее по минам, блядь, когда будете бегать. Рима хил, осторожно, там мины под тобой. Кого отошли. Огонь 2 секунды. 1, 2, выпрыгнули. Блять, ну вот они, блядь, два слакера нахуй выискались. Давай, су, Бэйри, аугу, квин. Нет, нет, не Бэйри пока, на перефазе. Бэйри? На Бэйри, на перефазе. А, шоковый удар. Вы что, пьяные, блядь, еще нахуй? Они меня отбежали, да. Отошли от мин. Сейчас огонь будет. 5 секунд огонь. 2, 1, огонь, выпрыгнули. Сейчас шоково будет. Просильте, просильте, просильте. Бьем, бьем, очень больно, сейчас потушат. Подбегаете мало. Уже. Уже подбегаете. Сейчас мины еще кинет. Переводите. Бегите, рассоситесь. Лево-право, 5 секунд. 3, 2, 1. Выпрыгнули. Стоим. Идите, Бэйрте. Слушай, Бэйри Ауга, Квимум, Бэйри Ланс. Быстро на катак Бэйрте. И бегите обратно. 15 секунд огонь. Сразу баф давайте. 10 секунд давай. Огонь. Бегите на тапках быстрее. Подходите вот прям к огню, вот так вот. 5, 4, 3, 2, 1. Выпрыгнули. Пошли. Все близко стоял, ну, типа, не ровно с центра, но близко. Полетели, Гера. Подбегаем, мили, подбегаем, мили. 5 секунд огонь. 4. Бомба 3, в огне. 2, 1. Выпрыгнули, да, ума. Дал ИМА вообще, нет? Ему не дал ИМА, но... Бейте. Станет есть у тебя? Вставайте, бафайтесь. Просто бейте. Там Ирландец в спину лежит, там. Беги, малыш! Прощение отошли. На спину. Сейчас огонь 5 секунд будет. А сейчас нужно массакру сдавать. Один. Огонь. Пошли в мили, не сгораем. Потушит, потом зайдете. Хильте. Рассоситесь по комнате. Нормально рассоситесь по комнате. Звезда у нее дохуя хп. Ну мы вообще не домашние. У нас пули у нас пол пачки лежит просто. Вас все живы. Эма дай. Эма, Владимир. О, не Эма, а это Сокру. Пламя. Сейчас 3 секунды пламя. Домашите. Теодрин тоже Сокру дай. Да все, упали. Упали. Пейте ДД фласки, что у вас с дэмэджем? Вы должны после прокрутки один лям хотя бы оставлять, чтобы нормально переводить. Зайдите в огонь быстрее. Его Йерчелл сдала ИМА или нет, ебать? Потому что разъебало просто пизда. Не Йерчелл, Улдамир должен был сдавать ИМА. А Улдамир ИМА есть? Да, но он хэпал как бы, у него два бафа. Суф, зайди в огонь быстрее. Я где-то читал на Сирусе новости, что...
волна жара, которая вот это мажет, она не режется резистом. Так, мы от огня мы скидываем, типа, огонь. Не волна жара, а от огня. Мы же все пачкой просто в центр бежим. Но подыхаем от волны и от обстрела. Мы же с огня выходим, мы же с огня выходим. Ну, с огня выходим, вот этот тик ебаный, который он 5000 носит, ну, блядь, и как раз таки... Ты ему так заанонсил ма, типа, в 0-1, надо было раньше, чтобы он... Давайте встаем. Есть такое. Моя ошибка. Не дохните, я вас умоляю, это мин, блядь. Вы вот, каждая ваша смерть, слаг, ну, блядь, та, которая не нужна, это, блядь, все ближе к вайпу, нахуй, приближаю. Ну, чё, ГП въебывать надо, или чё? Кстати, рыбу бах. Типа за мину или за шоковые. Все БР нахуй надо ебать. Ну, КСБР это БР есть один. Естественно, раскиньте, кто не раскинул, у кого откатились. Не, никуда. А когда откатится? 7 минут, ну похуй, будем, блядь, пробовать без ресурсов. Стали, давайте быстро разбафались. Напрягитесь с уроном, что у вас, блядь? Ну, с 2 милика сдохло на первой фазе. Все равно, ебать, даже 2 милика, блядь. Ну, типа, каждый милик должен, ну, 500 тысяч наносить своих. Типа, нам не хватило ровно ляма. Не, ну, без... со смертями-то хуёво играть, конечно, блядь. Очевидно. Ты еще и ма хуёво за мной ссорили. Блядь. Как же вы долго бежите, нахуй. Сейчас БР только у космополита. С без БР вообще залупа будет. Вообще будем падать. Пробовать. Не падайте. Давайте, все все есть, да, и Эрчен. Сейчас, стой, я пожру. Сейчас Иронис пожрет тоже. ДК там ребафнуть, когда подбежит. Давайте, на баф Эрчен даю. Там сейчас дадут Иронис баф. Это ж так. Байда. Угу. Возьмите все, блядь, жмите, если что, камни нахуй, если вам хуёво. Все, запускай, давай, поехали. Отсчёт времени до самого... Далее. 4, 3, 2, 1, огонь. Стоп, старайся, там тоже минки по возможности разбивать. Я перед движением своим взрываю. Рэнд 6 наберите. Космополит, тихо, нахуй. Шоковый, и огонь. Огонь весит, когда один, два, огонь. Да вы заебали, нахуй! Куда? Вы долбоёбы, что ли, вообще, блядь? Бля, вы можете убегать в сторону центра, а не в бок в огонь бежать? Вы касс не видите или что? Да нет, шокового сдохли. Ну так в чем проблема? Как чел на ДК второй раз подряд не может от коста отбежать? Ну у него пугает, у него пнинка. В танке стой, просто с танком отбегай. Треть. К вами 5, 3, 2, 1. Ебало. Пол рейду нахуй, въебало. Найс в РНЖ держать, ребята. Упали нахуй. Падаем, нахуй. И БР на КД. И вот так вот почему-то, нас просто зажимают. У вас рейд 6 нахуй, что, блять, это... Проблема? Нас огонь зажимал в этой стороне. Войдите быстрее, войдите в огонь. Что там делаете? Давайте с Паладиновичем. Войдите в огонь. Это пиздец какой-то, конечно. Суп, войди в огонь. РДДшники, вы не остановитесь близко к боссу, отбегите лучше назад, дайте хилам подойти ближе к боссу, чтобы он прохиливал всех. А то вы не даете мне места, блин, я стою сзади, только себя хилю и все. Короче, давай, Ранис, типа на замену, блядь, может тебя отпустят. Кого мы возьмем? Я сейчас пишу Рогетом, блядь, который нахуй. Ебать, я бы лучше без него пошел, нахуй. 24 тела, да похуй. Вот, нечаянно хочет. А, вот, нечаянно, блядь, все, ну, отлично. Ну, нечаянно лучше, ну. Намного. Ирландец, так вы, ну, выйди из тела и выйди с инста. Передавай тебе каких-то надо, еще потом тебе дам ебачку. После инста.
Жрите рыбу, блядь. Кстати, шкаф самодельчайный. Чего не БР будет? Так, где мой шкаф? Шкаф. Мяк. Дадите сессы по ходу, блядь, боя. Ты меня сумнишь. Пятый БР. 5 локов, 5 БРов, ебать. Все шансы, нахуй. Жали. Прист один, правда, блядь. Давайте стали по местам. Ласточки там все посмотреть. Я суфу дам или. Да, я суфу дам. Терияки дашь. Квин Муну, Малаку, Дракону и какой себе космополит и Козивер включаем. Давайте Рычина бафа даю. Все, у всех все есть. Все готово, да. Все, давай, пускаем. 3, 2, 1, огонь, выпрыгнули. Пососались. Проходи дальше, блин. Я здесь постою. Огонь опять шоковый сейчас будет, отбежали. Огонь один. Проходите дальше. Кто здесь стоит? ТПД. А фараки там, милики, смотрите, мини. Отходите, нам место надо, милика. И бомбу сейчас отходите. Огонь. Милите, огонь. Кинул койл. Шоковый. Бейте, бейте. Чё с урона? Сейчас он потушит. Стабильно. Трахильте козьё. Пиньте койло. Побежали. Лево-право разоспали. 5 секунд огонь. 4, 3, 2, 1. Выпрыгнули. Войт, а ты где? А. Да он там в глубине будешь. Ходите под него 8. К стенкам подошли, к стенкам. 5, 4. Всем в уголочек залезали, зайдите. 2, 1. Выпрыгнули. Все, вышли. Встали по местам. Сейчас дашь ма, когда будем двигаться. Может забуду, блять, опять. Владимир, ма дашь сам, когда мы сбегаемся. Давайте дамажим. Еру. Сбегайтесь уже. 5 секунд огонь. Хуй его кинул, пиздец. Нажимаемо. Выпрыгнули. Эти встаем. Дай хуи. Что проблем? Дошли. Дай сокро. Владимир. Вы очень далеко стоите. Ебать его в рот. Ладно, хими. Дамажим, сейчас обстрел будет. Огонь 5 секунд, обстрел. Дамажим, дамажим. Сейчас поднимем. Так как вы дохните? А, вы милики, блядь, в мили пошли. Понятно. Вайп нахуй просто, блядь. Расстрелял просто даунов, блядь. Просто весь райд расстрелял, блядь. Там не расстрелял, забей.
А что, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тел от обстрела умерло. Не расстрелял? А, от обстрела, блядь, умерло. Ну там еще милики забежали, блядь, в огонь. Мили. Там нельзя было бегать и бить. Бля, мы, а точно вообще надо сбегаться? Он, блядь, дает тушилку нахуй раньше, чем, блядь, мы сбегаемся. Мы сбежались после тушилки. Я вам заносил после тушилки сбегаться. Может, ты раньше зашел, не знаю. Я зашел после тушилки. Нет, я про то, что типа, когда мы первый огонь сносим. Ну, потому что мы хуёво первую фазу переводим, типа. Нам нужно, типа, стопать по факту. А мы не стопаем, типа, нам еще 500 тысяч остается. Ну, хз. Давайте пробуем еще. Я с этими, с мифологами бью, они, короче, не сбегаются в центр. Просто назад, наоборот, сбегаются, а потом ближе на расстреле к боссу бегут. Не знаю, в чем проблема сейчас была, типа. У нас почему-то огонь был с стороны двери. Типа, кто-то не сбегался. Потому что вы его разливаете хуёво, это раз. И он у вас просто, эта глыба, когда летит, она не может. То только если она прилетит по центру, она потушит. Вы слишком широко разбегаетесь. Да, я вообще не... Надо встать в один угол и просто стоять на месте, дать ИМА, и когда кинет, просто выбежит с этой точки. Зачем, зачем вы в разные вот эти углы, сюда и с той стороны, зачем вы принесли? Давайте когда все, надо было к огню? Все вправо тогда. Нет, по факту, вот, типа, стоишь одно пати, второе пати, а потом просто к огню подбегают, типа, вот сюда вот все в центр. Ну, так он быстрее. Вы просто все в одну точку становитесь, даете ма, типа, и выходите. И он просто разливает его, вот, даже в этой комнатке, не выходя из этой комнаты, и все. И он тушится 100%. Ну, все, паладин, значит, тогда сдашь ма, когда мы все забьемся в уголок. Возьми мне. Ну, да, просто дашь ты ма, типа, а потом отдать их Улипалу на перифазе, и... Он отдаст подкаст, когда мы сбегаемся. Все, Малак зашел. Ой, Мира, дай ауды. А как тебе, Владимир, будет МС давать, когда Паладиныч же стоит с аурой, нет? Но он на перефазе отдаст. Смотри, когда мы сбежимся в одну точку, даст Паладиныч. И потом он отдаст ауду. Чили на баф. Мы даже перевести не можем, че ебнулись. Так, Осик, все, запускаем, поехали, давайте, соберитесь, собрались, блядь. Вы можете поты сейчас нажать, пока боя нет, но уже поздно. Когда на кнопку нажимаете, через 2 секунды пот можно нажимать. Можно. Стойте чип поближе, я половину рейда не мог достать на второй фазе. Даша, с нее не, можешь не убегать, просто типа. Пламя, 5 секунд пламя. 4, 3, 2, 1, огонь 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Огонь. Пошли шоковые. Бейте. Сейчас потушит 5 секунд. Бейте. Тушил. Переводить. Все, забились в уголок. Все в одну сторону забегаем. Встаньте просто ровно в стену. Скажи, когда там касты, и бегать дает ему. 4, 3, нажимаем, а? 2, 1, нажимай. Ну куда вы побежали? 9, просто отойдите оттуда, он сам нормально поводит его. И за 4 секунды до того, как будет тик, сбегитесь прям в танк, ров. Все поняли, в танк сбежимся. На одну ячейку вперед встаньте от него, смотрите. Вот станьте справа от него, справа от танка станьте сейчас. 3, 2, 1, выпрыгнули. Стали по местам. Хочу вот в мире стоять, я ебал. У тебя минус каз будет. А, точно.
ауру отдать, холипал. Огня. Огонь 10 секунд. 8, подбегайте в мили уже. Подбегайте. 5 секунд огонь. 4. Нажимай уже, Эмма. 2, 1, выпрыгнули. Хуёво выпрыгнули. В одну сторону разлагается. Затушил весь, смотри. Геро. Чё? Сейчас только захилить остается. Все, просто стоим, дамажим. Сюда, Геро. После обстрела сокру сразу отдавайте. Огонь 5 секунд. Нечаянно бэрк ему. 3, 2, 1, огонь. Она встала. Прошли в мили. Да, блядь, мили нахуй. Владимир, продлишь после него. Сдавайте, блядь, что-то сдайте уже. А, мы плохо попали. А чё вы не носите, ебать? Давайте я буду. Я просто не могу, я следить за рейдом, ебать, за уроном. И, блядь, щиты кидать пока, да, ебать. Вот зачем? Вот вы втроем все носите, ебать, и никто не сказал сдать, блядь, эту массакру нахуй. Да была Сократ, Элдрин дал. Я говорю, Владимир, продлишь, еще не закончилась его сакра. Просто сложно. Там урон был просто шотовый, нахуй, блядь. Нужно. Я массакру вообще не почувствовал. Я не знаю, в прошлый раз били, такого урона не было по рейду, я не знаю. То ли все били сапротами, ебать. Вас сейчас просто шоты. Хилим, те же хилы составом, не можем прохилить. В чем проблема, я не понимаю. Давайте чаще, ебать, свои сейвы, по КД сдавайте. А чё это нас... сакра сколько? Одна? Две мастакры и две, блядь, этих файма. А если они сыграют через бабл плюс сакра, не отменяя бафа с себя, больше будет поглощаться? У вас люди упали, потому что в меня хил зашел один за 10 секунд, и во верно за 6 секунд один тик. Ну, значит вы, блядь, стоите не по меткам, ебать. Потому что рейд хуярит просто половину хуярит обстрел, нахуй. Половина рейда, ебать. После обстрела и типа вы стоите все за спиной, а очевидно вас развернет свой. Вы разбегайтесь, когда вы разбегаетесь по тем местам, где вы стояли, они все в одну сторону, блин. Давай посмотрим, как хилы стоят, чтобы и люди видели, где они стоят, чтобы они понимали, что их будут захиливать. Так наглядно будет видно. Типа первую фазу они нормально стоят, а потом что-то. После обстрела пиздец начинается, мы обстрел прожить не можем. Вот меточки будут на хилах, будет их и видно, и хилы будут видеть, где остальные хилы стоят. И мы будем понимать, в чем проблема. Ну ты просто посмотри этот рай, от чего умерли люди последние. Вот все, которые короткую очередь, там просто ни в одного человека за 6 секунд ни одной хилки нет. Скажи ники, допустим, какой маг? Сигмалак, Вазивер, Аверн, я... Квин. Очередь. Да, 10 секунд. Нету хила. Малак. Стали все. Тоже да, 10 секунд. Я. Ну как будто вот реально, как будто он в другой стороне комнаты стоял. Блять, я хуею. Как нет, кто не сказал? Там, блядь, а помните, есть еще в ЗС босс такой, Леди Вайш. Можно вообще по хилу на каждую пати назначить. Допустим, да. Первая пати стоит со звездочкой, вторая с кружком, третья с ромбиком, четвертая с треугольником, пятая с квадратом. Чтобы в каждой пати... Стойте так же, только не убегайте в Долоран, блядь, чтобы вас могли достать, блядь. По кругу разбежали, чтобы не удать минус каст и все, ебать. Давайте, запускаем. Поехали. Блин, не нажимайте эту ебаную кнопку. Почему? Ой. Что это? Понятно, я не заносил вам огонь. Чё, носите вы, ебать? Бейте его, ебать. Дашь, бейте его. Бля, всё, падайте, пизду. Чё, Квин, мин сдох. Квин? Понятно. Побежала бейте его и взорвалась. Нашли бы огонь. Блять, какая-то клоунада, ебать, творится. Я что-то... Ладно, Райм? Райм, конечно, блять, куда еще деваться? Пока не убьем, нахуй, бля, куда пойдем? Бабочки точно бить его не будем, нахуй. Это рейд, нахуй, весь 230-й, ебать, вы, блядь, тупите просто, я не знаю, на какой-то хуйне.
Дали все, прибежали обратно. Там, по-моему, рыба еще стоит даже. Вот вы, типа, можете даже на месте, когда вот идет кнопка пула, вот он говорит, когда огонь, за 2 секунды вы можете по краю, ну, вот этого, где мы стоим, выемки этой, уже начинать бежать, чтобы не лутануть урон. На первый раз? Да. Ну, то есть, когда пул начинается, допустим, на вот. Первый раз это не проблема, мы же ее переживаем без проблем. Зачем? Наверное, что ты думаешь со второй фазы, типа? Я не знаю, что не так, но я думаю, что типа мы не можем прохилить только потому, что, во-первых, половина хилов не достаю по рейду, ебать, по другим кто-то, ебать, мы не можем хилить, типа, блядь, на всю комнату, это раз. Во-вторых, мне кажется, что типа люди просто, типа, ну, стоят все в одной метке, в одной точке, ебать. Не надо, вы не должны, вам метки не для того, чтобы вам в них стоять, а метки приблизительно, от которых вы разбегаетесь полукругом. Мы все должны стоять по кругу босса, ебать. Чтобы, блядь, босс, нахуй, ебать, хуярил не по всему рейду обстрелом. Бафать. Если видите, что у вас хил не залетает, ну прожмитесь, вы нажмите глыбу, ебать. Нажмите, блядь, у вас камни ебаные. Вот поставил, типа, озвучьте просто. Вот метки на хилах соответствуют 3D меткам на полу. Озвучьте просто... Какая пати с каким хилом и какой меткой будет стоять? Где Ладомир первая, Су вторая, Хау третья, Кримун четвертая и Фарина пятая. А, Фарина чилит, видимо. Просто, да, просто там стоит и все. Ну нет, типа четвертая пати разделяется и Фарине и все. Пятая так, просто чилит. Типа, дайте огурцы, Локи, поставьте. Кто третью пати хилит? Третью пати хилит... Хао и Фарина, типа, бегите. Да не, вместе, блядь, не пати хилит, а просто, что в той стороне стоять. Ну, просто, да, ну, я так и понял, просто спросил. То есть эта метка, типа, стоит. Все, все, готово. Поехали. Он на кнопку нажимает петь и плачь прямо сейчас. 3, 2 Уже бегите. 1, огонь. Это будет красивая победа. Давайте, пошел, если слабый. Трое. Для вас, видимо, проблема, да, рейнджу как-то набирать? Нет, трое уже не прокидывается. Пошли. 3 секунды, 2, 1, огонь. Ауга, я не знаю, падайте, я не буду сдавать. Минус 2 и, блядь, БР я не буду сдавать на первой фазе. Упали, зашли в огонь сильно. Вообще не представляю, что у вас в башке сейчас творится. Вы что, уже устали, ебать, я не знаю, или что надо? Да. То справа стоит, то слева стоит. У вас, видимо, справа людей, и, блядь, пиздец как много. Хуй знает, что вы там по КД лутаете. На вот этой фазе, вот когда, типа, рейндж не соблюлся, не получилось, да, словили 2 человека, 3 человека. Нужно все бросать да, советом Элиму и подхиливать, помогать. Потому что хилы, во-первых, с двух сторон находятся, и не факт, что они успеют поднять человека. Человек может сдохнуть. Вот сдох Рейслин, а Уга... Это шоковый, да, Уга был? Шоковый. Да я просто из-за жопы не успел добежать. Так, вот начинайте. Зачем вы на миликах в жопу никогда не бьете? Вы бьете всегда в бочину. Вы бьете в передние колесико всегда. В передние колесико бьете. И когда идет каш шокового, вы убегаете в ту сторону, куда бежит танк. Всегда за ним. И все. Никаких проблем нет. Ауга, ты же вар. Ты с угла знаешь вообще, как у тебя скиллы работают? Ты можешь в рейнджа нажать чаш, а потом обратно в босса. Знаю. Темненьком, блядь, полетит, нахуй, там пизда ему будет. И просьба есть на третьей фазе, на второй, когда вот этот идет, волна жары, вот этот обстрел весь. Помогите хилам, это может сделать Рейслин, покастуйте вспуху. Паладиныч, можешь вспышку, Телдрин тоже самое, вспышку покастовать. Дать каплю, например, на Ханта, потому что у него своего захила нет. То же самое, помогите пук дракона, нечаянно. Вы две совы на свои пати дайте спокойствие хотя бы, это будет вообще охуенная помощь. По себе дубовую и спокойствие. Маги, видите, не захиливают. Дайте глыбу, постойте в глыбе 5 секунд. Дамаг никуда не исчезнет ваш. Вы выживете. Локи, киньте койл, покастуйте похищение жизни один раз. Проще к вам сразу станет. Сейчас, если, бля, будет опять такая же хуйня, будем все сапроты пить, не похуй. Ну, на второй фазе. Стали сапроты, все. Конечно, ничего не решат, но помогать, когда начнете помогать, когда вы начнете командой играть, сразу будут все боссы убиваться вам.
Метки с вас могут исчезнуть, хилы, вы свои метки просто запомните. Стой, 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 не допускай. А чё он справа, блядь, вообще человек 5-6 стоит просто? Все остальные слева. Я же назначал, кто в какой. Первая, вторая влево, вторая, четвертая, третья, четвертая направо, ебать. Кто там? Что-то это правая сторона, лутает пиздец как дохуя. Квина, Уга, Малак, перейдите туда. Ну, просто мы же договорились, здесь будем стоять в метках по хилам. Получается, нам слева, потом направо перебегать в ромбик. На второй фазе, не сейчас. Не, Локи как бы сейчас огонь скидывает за дверью, поэтому Вахи, я запустил, все, запустил, убежит. Они не скидываются, этот огонь. Два, один, огонь, и убежит. Но они пытаются, по крайней мере. Она не скидывается, это пофиксировано. Скоро шоковый и огонь, 5 секунд, 4, 3, 2, 1, огонь, бежал. Сука. Отходите, мины сейчас будут. РДДшники, кто тут стоит? Огонь, 3 секунды, 1, 2, 3, огонь. Прикиньте, прикиньте. Сейчас потушит, потушит 5 секунд, дамажите. Все из-за всех сил дамажите. Туши, лейте. Бежим в одну точку. 5 секунд, огонь. Заберись в угол. Мастер, дай. 3, 2, один. Огонь. С правой стороны от танка вставайте все. Подбегаем. Подбегаем. 5, 4, 3. Поработай в огонь. Один, выпрыгнули. Похитите шамана. Все, оставили пометку. Только не в метку, а, блядь, рассосались. Вера. Подбегаем, милюш. Подбегаем, 5, 4, 3. МА, огонь. Отбежали. Я завис. А, блядь. Все трое зависло, получается. Нет, нахуй, я от бомбы сдох. Они сдохли, потому что слишком близко были к синей. Да, к синему шару. А, не, есть смысл БР. Если вы выживем себя до баражу, за спином. Давай, стоп, БР Малага, а Куинмум БР Дарафана. Блять, пизду нахуй. Нет, забей. Все, начали уже БР, давай дальше. Нечаянно БР Хао. Бля. Владимир Сокру продлишь обязательно. Давай, я забегу. Дамажите. Кильте сами как можете. Помогайте с прохилом. Поднимите хау. Пламя 3 секунды. Синий шар, синий шар. Увидели, ушли от него. 2, 1, огонь. Доводите. Да не, у меня 0 бафов. Все. Мы очень долго бьем, я не знаю, вообще просто ебать. Я не знаю, что у вас ДПС случилось. Пали, блядь. Все БР проебали. Нажми на поты, типа, кто там. Да никто поты не пьет, нахуй. Ну вот, у нас 6 ДПС. 6 человек, нахуй. Я вообще не ожидал, что Кокосик будет на третьем месте. Что вот это? Кот, Рога, 4-5 место. Странно. Че, слагают у всех? Не, ну типа припот идет 6 человек. Вам че, плохо вообще, типа, ну, на детстве или че? Стараюсь. Красавчик. Мне проще озвучить, типа, кто, блядь, пьет припоты, чем кто не пьет. Вы понимаете? Какой-то пиздец. Я же вас попросил на собрании, ебать. Ну приготовьтесь вы к заранее к рейду, ебать. Что сложного?
Сколько ты берешь, если у тебя уже кончились, а ты еще даже инс не дали? Егор, раздай все приходы, кого нету. Дайте все обмен нахуй Егора и мне, я тоже сниму вообще приходы с банка. Если вы такие, блядь, пьяные и бедные. Мне КДГБ. То есть ты понимаешь, что ты вот взял с собой 20 штук, ты если будешь на каждом боссе пить по 2 без вайпов, у тебя не хватит на фулл инс даже. Ты 20 потов с собой берешь. Поставьте КБ, пожалуйста. Дайте Егору и либо Хау обмен, кому нужны приходы, кого их нету. Блять, не можем выжить фазу, да? Третью. Ой, вторую. Сейчас секунду, стой. У меня, бля, фул сумку забита, я ебал. Сейчас я разделю. Типа, какой же у меня срач на сумке, я ебал. И какие эти хайспот? А че, у вас феникса нету, что ли? Чтобы метки постоянно накидывали сами по себе. Дикий маги сейчас там. Блять. Ой, я сейчас говорю от своего просто своей сумки ебаной. КД мала. И жмите пота, ебать. Если вы не умеете два сжимать, нажмите их на второй фазе. Потому что урона вообще пиздец. Обменивайте, давайте еще кому нужно пота, Хау кидайте. Блядь. Суф, покушай. На, больше хаспота ждать, у меня, блядь, кончилось дико мать. Короче, по суфу кинул СС. А не, по квинмону кинул СС. Косик. Знаете, тоже хаспот. Будем быстрее кастовать. Все, давайте, рассосались, ебать. Жмете пепоты, ебать, на второй фазе. Сейчас БР, получается, у кого есть? У Пука и Космополита. Космо. Только два БР падать вообще нельзя. Нельзя, ебать. Вообще нельзя падать никогда, ебать. Давайте, я сдал. Нажал. Два. Один. Огонь. Сосу здесь сделали. Давайте, ребят, нахуй. Соберитесь, блядь. Я вас прошу. Что сложно? В прошлый раз убили со второго драйва. Сейчас в чем проблема? Огонь 3 секунды. 1, 2, огонь. Он же держит, правильно. Три человека отхилились, помогайте. Огонь. Я тупо по рюску знал. Огонь 5 секунд. 3, 2, 1, огонь. Есть, кстати? На файте стану. Бейте, бейте, 5 секунд потушит. Заводите. Здесь. Ты еще по минам бегаешь, что ли? Да никто огонь не водит, бро. 5 секунд. Огонь, огонь, огонь. 3 секунды. 2. 1, ма. Пошли. Ну, бля, у вас, видимо, проблема, да? Что значит стать в одну точку, как я понимаю. Ходите, огонь. Тут ничего. Под, подходите, подходите уже. Подходите к ним огонь. 5, 3, 2, 1. Выпрыгнули. Кто встать? Ауру отдайте. Домашний. Поты выпить. Отойдите оттуда, блядь. Там зеленый, там синий шар, вы умрете, шаман и лем. Перейдите ближе к кнопке. Ближе к кнопке, быстрее. Подбегаю. Подбегаю на маму.
Блядь, не кинулась мили ни одна, что ли? Дайте массакру, мы не можем прохилить рейд. Беги, малыш! Вайзер. Снял за спину. Аккуратненько, там такой по огню не бегать. Свои сейвы отдавайте, сюда хилите. Сейчас стрелу дрезаешь массакру после обстрела. Давай, сбежались. Ушли с этого. Пошли от этого. Помаш. Переводите. Синий шар сейчас смотрим. Возле кнопки ушли. Синего шара отбежали, отбежали от синего шара. Переводите. Бейте быстрее, добейте. Свои хилки отдайте. Ну это пиздец. Ну уже лучше, хоть минус 5. Все, метку на себя, отхиливайтесь на фул. И давайте пробовать так. БР и оставшиеся. Пойдемте, пробежали, пробежали. Не стоим здесь, побежали за заметку. За звездой двигайтесь. Ману регеньте на этой фазе. Подбежали к центру. Сейчас огонь скинем. 5, 4, 3, 2, 1. Выбежали. Выбежали к стенке. Сейчас Владимира башка убила. Да? Сух, где? Есть БР еще кого? Пусть они есть. Парит БР на все. Вот, бумбот, бумбот. За талантами себя. Соберитесь все вместе, стойте. Огонь 5 секунд. 3, 2, 1. Перебежали, бумбот, бумбот. Че, можешь гим? Давай, я сдал. Сейчас бумбот будет. Из-под головы уйди. Да. Нахуй вы под ней стоите, я подвожу же. Ждем, 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 не бежим. 5 секунд огонь. 2, 1. Перебежали. Там мы, блядь, перебежнемся здесь. Нахуй. Двигайтесь, ну, двигайтесь. Веди рейд. Перебегаем, перебегаем. Да, бомбот. Бомбот сейчас будет, да. Стоим, стоим здесь, стоим. Эти пидоры все потушили, видишь, как нормально. Все, заебись, пробежали, стоим здесь, 5 секунд огонь. 4, 3, 2, бумбот, 1, перебежали. Перебежали, перебежали, пункт дракона прохилить. Ну во все, я сейчас хилу потеюсь. Отошли, отошли, отошли. Убейте сигнальный. Давай, пидоры, кого есть. Бумбот, бумбота убейте. Бомбота. А сейчас огонь будет еще. 8 секунд. Бомбот бежит в рейд. Убейте сигнальных, их очень много. Оставьте троих. 2 секунды. 1, 2. Перебежали. Ох, ох, помоги по этим, по сигнальным тычным. Тычите по ним. Только всех не надо, блядь. Оставьте, да, чтобы тушили. Надо. Бомбот, бомбот, бомбот. Бомбот. Шотом добивайте. Короче, пук, играй сам. Смотри. Оставь трех, четырех оставь. Сейчас бомбот будет. Пламя 5 секунд. 3, 2, 1, пламя. Бежим, бежим, бежим. Все, ты идешь, я иду за тобой. Ты веди рейд перед боссом. Я через огонь пробегу, не сдохну. Помогите сигнальных убить, РДД. Сигнальных убить, сигнальных убей. Только не все. Точно, да, один, и оставьте двоих. Пламя 5 секунд, 2 секунды, 1 секунда. Перебежали. Перебежали. Убейте моба, сигнальных убейте. Да хуя их. Приводите. Уйдите от шара, уйдите от шара. Шара уйдите. На другую сторону переведите. Вы разбежались. А что так разбежались? Нахуй, бать. Бать, вы сейчас всех сигнальных там бьете? Сейчас пламя будет. 3 секунды пламя. Там просто у нас пол рейда просто убежала к кнопке зачем-то, ебать. Какой кнопке? Там пол рейда возле кнопки стояла, ебать, я смотрел. Пиздец, я охуею.
Мы как-то стоим, он просто своим кастом, вот, когда он стреляет, он просто по всем хуярит. Просто по всему рейду по десятке захуярит каждые 5 секунд. Ну, потому что должно... Так я ж тебе, Саня, сказал, ты же сигналик бил. Вы даже с пуком были вдвоем их разъебать же, не? Саня умер. Да я мертвый, блядь, еще довольно давно. Да помог ему так. Пару подотал. Почему? Вот, Суф умер, разрыв, похуй. Сейчас, где-то... И вот импульсные излучатели, блядь, просто все умерли от него. Он просто хуярил по всем. Ну, потому что нужно поставить его на второй круг, типа, на вторую батарейку, а не на последний. Полреда вообще хилить, блядь, не мог, нахуй. Вот это импульсный излучатель, он стреляет как перед собой или как он стреляет вообще именно? Он, ну, как на второй фазе стреляет. А почему мы все стоим, блядь, перед боссом? Может, я не знаю, ну, потому что, ну, босс стоит около стенки, и... Никто не рассосал, типа, все в центре стоят. Типа, кто-то должен стоять перед боссом под стенкой, кто-то должен в центре стоять, чтобы не лутать вот эту хуйню вся мордой. Как это, Саня, эта фаза бьется у вас? Ну, плюс-минус так же самое, как и мы. Только мы не сбегаемся, подогонимся. Ну, у нас урона хватает, у нас умирает башка после, типа, обстрела. Через 5 секунд, 4. После первого обстрела. А мы тут, блядь, чуть ли не до второго хуярим. Я не знаю, что вам не хватает. По ТПСу рейд, блядь, должен быть нормальный. Типа, в прошлый раз мы быстрее убили. Кнопки, чтобы свои не перестали нажимать. Фласки свои смотрите, обновитесь. Еще раз, заносите, как на четвертой фазе, кто где стоит. Какая патия в центре, какая, блядь, возле босса. Ну. Короче, четвертая патия. Ровно, ну, со мной бегаете в этом... На центре вот у этого кружка, вот тут. Я вот тут буду бегать, вы около меня просто стоите, и все. И третья, и все остальные РДДшники бегают под стеночкой. А Хилы, Лодомир бегает под стеночкой, Суф бегает с нами, Хаут с нами, и все остальные под стенкой. Огурцы дайте. Давайте даю РЧ на бафу на пол. Квин, что не так? Привет, сделал все. Вот, вот по вот этому вот кругу водишь. По вот этому. По второму. Не около стенки, а по второму. Всё, давайте, я запускаю. Поехали. Собрались. Огонь. Два. Один. Огонь. У нас ни одного просто нет. Пламя 5 секунд, сейчас шоковый будет. Бежали. Пламя 2 секунды, 1, 2. Пламя. Бабах. Поебать, как ты ебал. Сейчас шоковый будет. Ай, блядь. Пламя 5 секунд, 2 секунды, 1, 2, огонь, шоковый будет. Бейте, бейте, через 5 секунд потушит. Сейчас потушит. Бейте. Ходите. Встаньте, блять, в угол нормально, в упор. 5 секунд пламя. 4. Нажми мастер. 2. Один. Выбежали. Не проебали. Отдай огонь, Владимир. Подбегаем уже. Подбегаем. 5, 4, 3, 2, 1. Выбежали. Давайте, ну типа этот, анонси нормально, блядь. Пари по хапашке.
Убегай оттуда, блядь. Убегай, кто там, шаман или кто? Убегай. Идите, блядь, ближе к кнопке, ну ёбаный в рот. Убегаем. Сейчас клама, одна секунда. Да, и Егор, скажи. Ты адекватный? Ты третий раз умираешь от одного и того же спелла. Хэмон, бэнди сюда. Беги, малышка, беги! Острел за спину. Хэмон, бэль суфа, суф, бэль, Владимир. Сейчас огонь 5 секунд будет. 2 секунды. Не нажимайте камня, кому хуёво. Сокру нужно на Владимир трёхный. Сейчас у нас очень долго бэрится. Суф, Владимир, нам всё, бай, бай. Блять. Понимаешь, как бы хилов 5, они в 5 им сложно, блядь, даже когда им помогают с экрами и всей хуйней. А когда падает суф от ледяной бомбы, его ходки, считай, не поддерживаются на рейде, блядь, и рейд очень много хпс теряет. Почему суф 3 раза подряд умирает от одного и того же? Может, ему объяснит кто-то механику босса или нет? Суф, ты же звездочки, да, или где ты стоишь? Ченьки. Короче, после того, как мы разбегаемся, станьте подальше от этой ебаной бомбы, нахуй. Она, бля, 30 метров бьет. Еще больно, у нас нету от льда, а она типа шотает, нахуй. Отойдите просто от этой бомбы, станьте на соседние метки, я не знаю, отойдите, просто отойдите от нее, не дохните. Почему один суф умирает только от нее? Потому что суф заебался, нахуй. Есть такой. Все заебались. Я тоже заебался. Ну хуй знает. Я скоро тоже начну умирать в огне. Чтоб не заебываться, надо на 5 минут сконцентрироваться и убить и нормально дальше идти. Это изначально надо на это настраиваться, а не на вот такую залупу там пот и не пить и всю вот эту хуйню. Перерыв делаем 5 минут, там кто-то отходит. Бля, без него. Да это как умираешь. Без него. Какие 5 минут, я бы сейчас сказал, люди же начнут ходить. Ну, паладин еще вроде сказал, что 5 минут отойдет, написал. Я вижу. Давайте 5 минут дам. Идите курить. Может, блядь, воздухом подышите свежим на балконе. Одуплитесь нахуй.
Раздупляйтесь потихоньку, давайте, блядь. Уже вот перерыв кончился. Шаман у вас. Шаман здесь. Давайте додраем его, блядь. Убьем, а потом придем на next среду, добьем двоих боссов. И этого. Ну, колонна у вас. Как же у вас долго раздупляется после перерыва, это пиздец. Ну нельзя перерыв давать. Там масло, блядь, не поможет, нахуй, если вы, блядь. Если у вас там ничего не помогает. Ни масло, ни тосол, да, пиздец. У вас, значит, не помогает. У вас, я тебя прошу, раздуплись. Да, вот как обычно, 24 тела ждут одного. Для кого-то 5 минут перерыв, нахуй, это, блядь, 10, нахуй. Люди же устали.